Всем привет-привет, с вами Флешка, и это «Женские игры», и мы продолжаем нашу рубрику «По списку». И судя по этой милой заставке, вы уже, наверное, догадались, что это игра «Ботаникула», я даже не знаю, «Ботаникула»? Я бы скорее ее «Ботаникула» назвала. И это, походу, история про растения, ну, судя из названия. Без понятия, что здесь делать, ни разу ее не видела, но знаю, что это point-and-click приключение, так что будем смотреть, кликать и пытаться разобраться, что же это за игрушка. Я больше привыкла к играм, где есть хотя бы начальное обучение, где нам чуточку расскажут, что делать, а здесь как бы не рассказывают. Здесь практически все интерактивно, то есть, ну не знаю, вот это что, две луны или что? Как это? А так, нет? Ой, у нас что-то происходит. Хорошо, давайте ездим. Ой, и звуки, аудиосопровождение мне уже нравится. О-оу, у нас кто-то пришел. Судя по тому, что он черный, он какой-то не очень хороший. Ах ты ж крокозяка. Смотрите, что оно делает, еще и растет. Какие ножки у него забавные. Это просто великолепно. Давай. Дынь. А, милота-то какая. А, не поймал. Обойдешься. Ой, это желудь, что ли? Что происходит? Очень-очень интересно то, что как бы между той частью, где я могу что-то делать, и между той частью, где я ничего не могу сделать, нету никакого разделения. То есть вот только что я кликала, и тут уже ролик какой-то пошел, и я уже не в силах что-то сделать. А, у нашего жучка был приход. Он понял, что ему надо что-то сделать. Возможно, это семечко? Ему надо ее спасти от этой страшной штуковины? А чё он? Чё он делает? Что за странные существа к нему идут? Команда мечты! Смотрите-ка! Юху! Пошли на приключения! Юху! А это что? Ну, если это Point and Click Adventure, то нам надо что-то проходить, а нам стрелочки показала. Нам показала стрелочки, что нам надо собрать вот такие перышки, чтобы эта штуковина улетела, да? Не можешь, бедненький, ты слишком много кушал, и ты слишком толстый, да? Давайте, здесь нету перышек. О, веточка выросла. О, с цветочечком. Вообще, непонятно, как бы, знаете, я привыкла к тому, что есть хотя бы какие-то кнопочки, которые вам подсвечивают, что можно потрогать. Здесь, видимо, трогать можно все, и от того, как вы это потрогаете, будет... Нет! Обратно. А, тут хотя бы пишут, что нам надо найти. Окей. Милота просто милейшая. А это что? А куда ты скрылся? Я тебе... О, ты мне ягодку принес? Отдай. Ой, две ягодки. О, яблоко? О, тыква. Она загорелась. Что происходит? Что за наркомания? Это просто что-то с чем-то. Куда ты улетел? О, я что-то получила. Бзукавец. Открыто достижение бзукавец. Отлично, хорошо. А здесь листик какой-то. Улетел. А ты кто? Привет. Ты мне лайм напоминаешь. Зачем? Ты что делаешь? Ой, все. Так, тебя тоже скинем. А здесь что-то могу сделать? Я могу, кстати, еще выше подняться.
Здесь мы вырастили. Я могу тебя еще раз потрогать? Нет, видимо, с ним мы уже закончили. О, мы сюда можем пойти? Чье это? Здесь не все так просто. О, паучок, привет, дружище. Привет! Где листики искать-то? Отдайте мне мышку. Вот пока он здесь балансирует, ничего сделать не могу. Давай, давай, ты можешь. Паукан. Мышку отдайте. Ну. О, это Шмел? Так. Это слишком медитативная игра. Вам не кажется? Я не понимаю, что мне надо сделать. О, он улетел? Достижение баллонек. Видимо, если пойти и почитать все достижения, которые есть, то вы сильно себе заспойлерите игру. Мне так кажется, вот серьезно. А, это наш друг. Господи, я чуть его не попыталась вырастить. Но здесь я все уже сделала, все потрогала. Смотрите, сколько я цветов наделала. Я не знаю, нужны ли они, но я их делаю. О, все, наконец-то мы пришли к какому-то месту. О, где такая милаха? О, еще один листик такой. А здесь он не отрывается. Не-не-не-не. Какие же вы шустрые. Давайте вернемся обратно. Я там еще не все потрогала. Итак, это не обра... Ой, а появились вот эти штучки. Их здесь не было. Ой, я теперь навыпускала море вот этих штуковин. Нет. Вернитесь. Вернитесь, там что-то интересное происходит. Пожалуйста. Все, я больше выпустить вас не могу. А что с вами происходит? Я могу вас как-то поим... Нет, 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 нет. Нет. Еще игрушка крайне странно реагирует на программы записи. О, еще одну могу выпустить. То есть время от времени могу выпустить. Это очень интересно. Я не понимаю, зачем. Да, мы это можем сделать. Ну, хорошо. Давайте представим, что здесь мы все сделали. Если что, мы сюда вернемся. Как видите, наше дерево просто... О, Soul Cuts. Что? Мы опять к нему пришли, и он опять листик шмяк. Ам-ням-ням-ням-ням. И свалился. Почему ты повторяешь одни и те же действия? Он сейчас выбежит с чем-то. А, они повторяют действия. Но это как-то не очень прикольно. Вот, теперь он с яблоком. А теперь с тыковкой. Тыковку зажигаем. Из тыковки улетела штуковина. Ию. Ты мне крылья отдай. У тебя как раз такие крылья, как мне надо. Ой, все. Все, здесь больше ничего нету. Хорошо, давайте пойдем наверх. А вдруг там что-то? О, здесь сородич этого. Ип-и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 п. Он что-то выпускает? Шмел? Вообще непонятно. Бзи, улетело. Ну, чисто визуально мне игрушка нравится. Очень такие мягкие, красивые цвета. Но то, что ничего не понятно, вот это мне не очень нравится. Как бы хотелось, чтобы мне объяснили, что здесь делать. Давайте спустимся вниз. Потому что я не нашла еще ни одного листика. Я могу отправиться наверх или же вбок. Давайте сюда пойдем. Там мы еще не были. Еще выше. Это если мы бы вбок пошли. Давайте еще выше пойдем. Вот. Перышко! Лови, 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 лови. Черт. Кого туда отправить? Его. А что не его? А ты? О, привет.
Ты? Это не то. А ты? Окей, последняя попытка. Давай, ты. Что-то его вообще не поймал, пока оно летело. Опять не то. Да вы шутите? Листик туда упал. Как его достать теперь? Так. Повторим. Ты. Вот оно! Вот оно! Ей! Мы достали первое перышко! Очень сильно все непонятно, но очень мило. А здесь было просто второе здесь летало? Серьезно? А где третье? Привет. О, ты милашка? Ты просто милаха. Улита, мы открыли достижение улита. Хорошо, я тебя заковыряю. Жри свой листочек. А ты погуляй, пожалуйста. Ой, вниз, нет, не надо, не надо вниз. Ну хорошо. Нет, еще нет. Все-таки надо все листики собрать. Куда я хотела? Я хотела в сторону сюда. Может, тут что-то изменилось? Здесь мы паучка. Зачем вот эти цветы? Не понимаю. Выглядит, конечно, красиво. Здесь вот все летает. Грибочки. Собрать я вот этого товарища. Ну, как-то какая-то бесполезная ветка получается. Просто здесь мошкары наплодили. А, можно еще дальше пройтись. О, можно. Вот она. Аф. И что с вами сделать? Хи-хи. Я выбрала того, которого надо. Давай, бери. Давай. О-о-о. Вы слышите, какая замечательная музыка? Это просто восхитительно. Супер. Мне кажется, что это вообще была самая простенькая задача, которую... Ну, конечно, это первое задание в игре, но... Это было забавно. Плюс еще целая куча достижений получили, и это тоже немаловажно. Для меня, по крайней мере. Кто меня знает, те знают. Если есть ачивки, значит, игра уже... Все, мы открыли достижение Брамбора. Достижение, видимо, здесь просто целая туча. Ну, пошли ниже. Левел 1! Ей! Я искренне радуюсь. О, привет, грибочек. Привет, грибочки. Вы как бы братья. Только вот не надо. Вот не надо вот это спорами. Пожалуйста. Кажется, это необычные грибочки, ребята. Нам очень хорошо. Это великолепно. Это самые замечательные грибы, которые я только видела. Я поняла. Хорошо. А можно по грибам поклацать? Мне понравилось, какой эффект они на нас производят. Это было великолепно. Ой, привет. Ты на чебурашку похожа. Злое существо жрет листики. Надо что-то делать, надо куда-то бежать и что-то спасать. О, ягодки. А что я ягодки не могу потрогать?
А здесь что? Листики, листики, ягодки. А здесь ничего как бы. Можно туда пойти, а можно туда пойти. Пошли, посмотрим, что за... Злой, злой зверь. О, улитос. О, милаха. Может, ему что-то туда подкинуть? Жучки. Ну, в смысле, мошки. О, ягодка. Я хочу эту ягодку. Эй. Улитос. Здесь ягодка. Ты сам понял, что там ягодка? Ах, ты умный какой. Он сзади нас проползет. Как бы ветка, ветка здесь с двусторонним движением. Все нормально. Улитос сейчас покушает. Ом-ням-ням-ням-ням. Ой, ты мой холюсий. Все? Могли бы я ачивку дать? Я улитоса покормила. А это куда? На веточку? А это... Давайте на веточку. А, мы бы без улитоса не забрались на веточку. Ёшкин кот, я просто хотела улитоса покормить. Не-не-не-не-не. Не. Обратно. А что здесь делать надо? А! Ну, я вообще тут на что-то влияю? А ты? Мне явно надо закрыть дырдочки. Только непонятно как. Непонятно как. Нет, нет, не в эту. Не в эту. Да иди ты сюда. Я не понимаю, как я им управляю. Не туда. Не туда. Пожалуйста. Ип. Ип. Туда. И чё? А ты? А ты можешь присосаться к этой? Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Непонятно. Давайте попробуем эту красную, короче, в разные дырдочки пихать, пинать. Вот туда ты не пойдешь. Туда, туда, вот, вот, туда, вот, туда. Вот этими мелкими. Мелкие, короче, затыкают дырдочки. Мелкие затыкают дырдочки. Давай, оп. Ну, я практически это сделала. Все? Эй! Эй! Здесь мелкий сам залез. Давай сюда, сюда, давай, 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 давай. Вот так. Ну. А, у этого один, у этого два, а у этого три. Возможно, надо на это ориентироваться, ребят. Как вам? Вам не кажется? Ну, все же неспроста. Иди сюда. Иди, сюда иди. Вот туда. Иди туда. Туда. Туда иди. Пожалуйста. 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 Вот туда. Когда ты не понимаешь, как этим управлять, это слишком сложно. Я не понимаю, то ли он от мышки отталкивается. Воу, 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 воу. То ли за мышку цепляется. Так, давай. Давай, 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 давай. Ой, все. А вот эта большая просто бесится здесь. Спустя полчаса. Шучу, конечно. Давайте попробуем. Все равно там воздух идет. Один, два, три. А ты что можешь сделать? Что ты вообще такое? Что ты можешь сделать? А мелочь? Мелочь тоже можно как-то загонять.
Непонятно. А веточку можно обломать? Нет, нельзя. А почему именно ты летишь? Ой, все. Давайте вернемся обратно и еще что-то посмотрим. Потому что непонятно, что там делать. О, вот ты злой. О, нет у нас, нету, никого нету дома. Ха, никого нету. Мы спрятались. О, листик. Смотрите, листик странный. О, сейчас с ним что-то происходит. Его колбасит. Окей. Листики. Ягодки, с которыми я ничего не могу сделать. И еще два пути. Хм. Ой, ты странное существо. Ты крайне странное существо. Они музыку играют. Странную такую музыку, но играют. Опа. Эти светочки, ягодки. Опять ничегошеньки не понятно. Пойдем сюда. Я уже заблудилась, честно говоря. Пиу. Пиу. Можно сюда пойти, можно туда пойти. Здесь больше ничего не трогается. Давайте пойдем еще выше. Ну, стрелочка. Нет? Нельзя выше. Ну, пошли сюда. О. Хм. Эй, ты кто? Нет, 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 нет. Обратно. Ой, все. Обратно. Там странные штучки, которые реагируют на меня. Пиу. Хи-хи. Хопик. Хопик. Мы получили достижение. Хопик. Ха-ха. О, твой собратец. Привет. Насал. Насал. А этот что? Это такой, знаете, такой палочка. Короче, жучок, который палочкой притворяется. Давай. Страсилка? Страсилка. Очень интересно. Можно подняться наверх и можно пойти еще сюда. Уровень непонятности этой игры просто зашкаливает. Ой, ой, это прикольное. Ты была прикольная. Что здесь происходит? Шпонг, шпонг, шпонг. Если они еще яйца откладывают, и из яиц вылупляются новые, и их все больше. И что они делают? Давайте больше этих мошек. Больше, они такие забавные, просто великолепные. Не кажется ли, каждый раз все больше и больше они становятся? Надо вывести самую крутую мошку. Давай. Ой, тебя. Вы мелкие. А вот здесь двойная отложила яичко. И что из этого вылупится? Тройная. А здесь что? Здесь двойная. Опять двойная отложила яичко. Почему тройные не откладывают яички? Давайте освободим место. Пускай тройная отложит яичко. Нет, двойная, уйди. Это вообще возможно, чтобы тройная как бы подлетела сюда? Да, смотрите, тройная подлетела. И что у тройной получится? У тройной получилась двойная. Как-то вообще нелогично. Не, ну все там... Отбор, так далее. Нет, ну вообще непонятно. Я здесь просто размножаю мошек. Пошли в сторону. Пошли в сторону. Оу! Мы попали. Шпанк.
И звуки просто великолепные. Их все больше и больше. Почему вы откладываете только в два гнезда? Смотрите, сколько здесь гнезд. Если это можно назвать гнездами. И сколько их вас надо вылупить, чтобы что-то получилось? Много? Опять двойные здесь отложили. И они как бы кликабельными становятся через некоторое время. Ой, все. Это настолько непонятно, что... Привет. Ты туда полетела? Я пойду за тобой. Привет. Что мне с тобой надо сделать? Ты прекрасна. Ты прекрасная. Вы поняли? И они разлетелись. Ключик. Есть. Смотрите-ка. Мы ключик получили. Это мы беленькую освободили. Где еще гнезда были? Гнезда были еще там наверху. Здесь беленькие не появились, нет? Привет. Нет. Видимо, с этой веточкой мы закончили. Беленькие летают там где-то на фоне, но, видимо, больше не принесут ничего. Это крайне забавно. Крайне забавно. Ну что ж, ребята, я не знаю, как-то очень-очень быстро пролетело полчасика. Игрушка крайне замороченная, да. Если вот ее проходить, не вдаваясь к каким-то поискам или советам, я думаю, ее хватит на долгое количество времени, потому что совершенно непонятно, что от вас хотят, что надо сделать и вообще... Какой смысл? Нет, смысл этого всего нам понятен. Нам надо спасти семечку от этого черного существа и посадить, вырастить свое дерево. Для них, наверное, дерево, для этих мелких существ, это целая вселенная. Я себе даже не представляю, насколько оно велико и значительно для них. Но это прекрасно. Это спокойно. Это головоломка. Я бы даже это головоломкой назвала, потому что непонятно. И это такой себе point and click, то есть вы кликаете на все, что видите, и пытаетесь найти какую-то логику или взаимодействие вот этих штуковин. Вот, например, вот ты смысла в этом вообще никакого нет, но это мило, это красиво, и за это дают ачивку. Что еще надо от этой игрушки? Я думаю, что вот отдохнуть вечером это самое то. Ну что ж, на этом все. С вами была Флешка, это были женские игры, и всем пока-пока!